Ну дальше кого? Давай скорее убогой думай, а то мне некогда. Сейчас часы читать стану. И сейчас, батюшка. Ну, пиши. О здравии рабов божьих. Андрея. Андрея. Дарьи Сочады. Опять Андрея, Антипа Марья. Ты постой ты. А, Андрея, Антипа Марья. Постой. Не шибко. Ага. Не за зайцем скачешь, успеешь. Ага. Антипа. Антипа. Марья записал? А, записал. Ну, теперь пиши. Кирилла. 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 Гордея. Младенца новоприставленного Герасима. Пантелея. Вот. Герасима. Пантелея. Ну ты усопшего Пантелея записал? Усопшего-то! Погоди! Пантелей помер, что ли? А? Пантелей, говорю, помер! Пантелей, да! Так... Помер! Да как же ты видишь, что уздравить его записывать? Помер, Пантелей! Ты говори-то толком, не путай меня! Чего? Пантелей, говорю, помер! Помер, Пантелей! Вот помни тут вашего брата, а! Ну, кого еще? За упокой. За упокой? Да. Ой, сейчас. Постой, за упокой. А, ну, пиши. Угу. Мне постой, батюшка, постой. За упокой. А, Кирилла. Кирилла. Гордея. Ой. Ивана, прости, батюшка, запамятовала. Ивана. Ивана. Ивана, Авдотью. Авдотью, кого еще? Ивана, Авдотью. Еще Дарью запиши. Егора. О, воина Захара ты запиши. Он... Как пошел на службу-то в 4-м году, так с той поры и не слыхать его. Стало быть, помер? А? Помер, говорю, Захар-то. Ой, а кто ж его знает-то? Может, помер, а может, и жив-то там пиши, главное, пиши его. Так куда же я его запишу-то? Ты мне скажи, помер, то за упокой, а коли здрав, то о здравии. Ой, батюшка, родненький, родименький, да его на обе записочки запиши. Он же у нас человек не путящий, пропащий, ему все равно ты пиши, главное. А там видно будет, батюшка, пиши. Ну, записал? Ну, теперь пиши. За упокой. За упокой. А, Марка? Марка. Марка! Левонтия, потом еще Арину, Кузьму Санной, и болящую Федосью запиши, вот. Болящую-то Федосью за упокой? Ты меня за упокой, что ли? Да ты что, ошалел, что ли? Фу ты, кочерышка старая! Не померла еще! Что ты лезешь-то за упокой-то? Вот так и говори! О здравии! Да путаешь меня еще тут! О здравии пиши, батюшка, о здравии! Тебе болящую теперь Федосию надо зачеркивать и писать о здравии! О здравии! Ой. Вот путаешь меня еще тут. Я не путаю, о здравии пиши! Да путаешь, я всю бумагу из-за тебя уже изгадил! Молчу. Что ты разберешь, что тут написано? Послушай, я тебе прочту.
Федосью о здравии. Да погоди, я тебе прочту. А, читай. О здравии. О здравии. Рабов Божьих. Рабов Божьих. Андрея. Дарья Сочады. Дмитрия. Паки Андрея. Мария. Младенца новоприставленного Герасима. А? Новоприставленный ты как сюда попал, то о здравии, а? Вот Герасим. Вот путаешь меня еще тут. Бабка, вот ей-богу, запутала теперь Герасима отсюда долой и писать его за упокойное дело. Долой, за упокойное. Да молчи ты. Молчу. Молчу. Слушай далее. Ага. Значит, воин Захарьев. Ой, ой, выкинь ты этого Захарьева, да, что ли? За упокой ты еще кого? Или оздоровели? А в дочь ты записал? А в дочь ее? Записывал. Записывал? Да. А тебе ж узнать, Диана, тут не разберешь ничего. Ищи. Так. Да. Вот нашел. И за упокой записывал. А в дочь ее? За упокой? Да еще ж гладу смерть, как она замуж-то вышла, а ты уж на нее смерть выкликаешь. Да ты меня путаешь-то? Да вот я тебя без хромати, да путает, да вот смотри. Это ты меня путаешь. С молитвой. Да, молчи. Молчу. Молчи. Молчу. Молчи. С молитвой пиши. Вот у меня сердце зло. Ничего не разберешь. Без сурады. Молчу. Вон Захарий сюда еще стрелял, что ты его... Ты выкинь, второй раз говорю, выкинь до этого Захариюшка, и так бог с ним выкинь. Я всем гурток запишу. Сызданного. Гурток? А ты? Андрея, Дарьи Сочады, Паки Андрея, Антипа, Марью, Кирилла, Гордея, младенца новоприставленного Герасима, Пантелея, Марка, Алину, Кузьму с Анной, Болящую Федосью записал. Неси-ка тут дьякону. Пусть он разберет. Ты здесь мертвый, а кто живой. Я этих делов хоть убей не понимаю. Он в семинаре обучался. Иду, иду. О, батюшка. Здравица. Да куда ты пошла-то? У тебя дьякон в той стороне где-то. Чего? В той стороне у тебя дьякон. А, здравица, батюшка, здравица. С Богом. С Богом. Здравица, батюшка. Ой, ой.